к новостям спорта. С первенства Иркутской области по кикбоксингу вернулись воспитанники школы имени Валерия Башурова. Ангарчане ездили командой в составе 9 человек. Состязания проходили в Вихоревке, куда съехались 260 спортсменов со всего региона. Они боролись в разделах фулл, фулл, слоу, К1, семи и лайт-контакт. В принципе, команда выступила неплохо. Мы подготовились к этим соревнованиям. Я выступал в разделе К1, у меня был один бой. Соперник был из города Усть-Илимска. 3-0 выиграл. У меня было там два боя. В пейтфайтинге один и в фуле. В фуле я занял первое место, в поинте, в пейтфайтинге второе. Больше я был уверен, в победе, был готов победить во втором бою. По итогу турнира местные кикбоксеры стали призерами и привезли из Вихоревки 9 медалей. 2 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.